На градуснике плюс 8. В течение дня плюс 11. Доброе утро, Полтава. 18 мая 2017 года. Ну, как-то неуютно. Мало того, на целый день с 9 утра некоторые сайты обещают еще и дождь на целый день. Ну, посмотрим. Но, честно говоря, такое, знаете, ощущение предштормовое. Какое-то затишье в природе. Ну, так. Сегодня... По разной информации, но в районе 9 утра Российская Православная Церковь собирается какие-то свои движения делать, мероприятия возле облдержадминистрации. Я буду там, я буду делать репортажи. Но это все такое. В 8:30 утра смотрите «Доброе утро» с группой, дуэтом Сен-Тропе. Хорошие ребята. Честные, откровенные, но самое главное, тема сегодняшнего доброго утра, опять же, помощь больным детям. Ребята, в принципе, из-за этого и согласились прийти на интервью. Мы денег за свою работу не берем, они в воскресенье вечером за свою работу тоже не будут брать деньги. Это немаловажно, они это делают для того, чтобы помочь 6-месячному ребенку. Смотрите, всем удачного дня, ждем моих репортажей.